Ребят, всем привет! С вами Ярослава Громакина. Сегодня я расскажу вам, как открыть окно из панели задач, которое не открывается. Вот смотрите, я очень долго восстанавливала информацию, фото и видео с помощью программы Repuva с флешки, да, и прошло почти 49 часов, ну, третьи сутки пошли, и все, и она у меня вот восстановила все, а не открывается. Знаете, как обидно было. Но на самом деле открыть такое окно можно. То есть, если другие программы открываются, то вот это нет. Итак, что мы делаем для того, чтобы открыть окно из панели задач, которые вы не можете развернуть? Вот смотрите, вы на него наводите, и у вас такой образ отображается. Как бы я на него не щелкала, он не открывается. Но, когда вот так у вас отобразилось, нажимаете Alt и пробел. Alt плюс пробел. Я нажала, видите, появилось в левом верхнем углу такое окошко. Оно тоже не полностью, но тут отображается слово «переместить». Вы жмете на слово «переместить» и начинаете двигать его с помощью стрелочек ваших. Вот я двигаю вправо, и видите, вышло это окошко. Все, я нажимаю ОК, и программа у меня открывается. Я могу не работать. Круто, круто, да? Скажите, что круто. Если вам помогло мое видео, поддержите меня лайком хотя бы. А лучше, если вы напишите коммент. Всем пока-пока. Подписывайтесь на меня. С вами была Ярослава Громакина. Мы наши дети.